Начнем с того, что за Wild Ways я слежу еще с тех далеких пор, когда они назывались Sarah Where's My Tea и играли музыку совершенно другого формата. Их альбом 2013 года Love and Honor стал для меня настоящим открытием в жанре металкор, и я был приятно удивлен, когда узнал, что ребята-то наши, из России. К слову, эта пластинка до сих пор звучит очень неплохо и даже свежо, как бы парадоксально это ни звучало, ведь с момента ее релиза прошло уже почти 8 лет. Крайний альбом Wild Ways под названием «Анна» вышел 30 октября 2020 года, продюсером которого выступил уже работавший ранее с группой американский звукорежиссер Кэмерон Майзел. Пластинка «Анна» была выпущена на лейбле Warner Music Russia, с которым группа начала сотрудничать в сентябре 2020 года. Вообще сейчас мы творим историю. Мейджор лейбл первый раз подписывает такую группу. Ну, в России, но чтобы вот в новейшей истории. С середины лета мы начинаем переговоры с Warner Music Russia, но немножко переговоры подзатянулись, вот, но все прошло замечательно, и мы, наконец, обрели, я, если честно, очень давно хотел, чтобы у нас уже появились какие-то команды людей за нашими спинами. Несомненно, работа с Warner Music Russia — это огромный успех не только для парней, но и для всей тяжелой музыки в нашей стране, так как Wild Ways являются единственной метал-группой на крупнейшем лейбле нашей страны, что не может не радовать и не вселять надежду на то, что тяжелая сцена в России когда-нибудь, наконец, возродится. Вокалист Wild Ways Анатолий Борисов говорит о начале работы с Warner Music Russia так. «Наши переговоры с Warner Music Russia длились примерно месяц. Мы были приятно удивлены тому рвению, которое исходило со стороны лейбла. Учитывая то, что наш жанр так и не смог встать на ноги в нашей стране и в принципе частично мертв, этот договор не просто возможность вывести группу Wild Ways на новую ступень развития, но это также шанс вообще возродить некогда популярную в России тяжелую музыку». Говоря о крайнем альбоме Wild Ways, нельзя пройти мимо их остальных работ, которые тоже навели немало шороху. Вообще, лично для меня топ альбомов Wild Ways соответствует порядку, в котором они выходили, только в обратном. Ничего не поняли? Я тоже, но тем не менее постараюсь вам объяснить. На четвертом месте для меня находится их дебютная пластинка Into the Wild. На третьем — концептуальный и более взрослый по сравнению с дебютником Day X. На втором — русскоязычный, остросоциальный и громкий New School. А на первом, как вы уже могли догадаться по остаточному принципу, альбом «Анна». Почему? Сейчас мы будем в этом разбираться. Привет, дорогой зритель, ты на канале Орфеус, и здесь говорят о хорошей музыке. Погнали! Если предыдущий релиз Wild Ways под названием New School являлся работой, в которой поднимались злободневные для России темы, а в некоторых песнях и вовсе прослеживались протестные нотки, то в альбоме Анна ребята кардинально меняют вектор повествования. В разговоре с Apple Music вокалист группы Анатолий Борисов говорит о смене тематики следующим образом. «Мы почувствовали, что крайне тяжело все время находиться в этом поле. Сплошные негативные эмоции, которые все время через себя пропускаешь. Об этом можно петь сколько угодно, но ты мало что можешь изменить. Нам захотелось рассказать о чем-то более личном. Если признаться честно, то меня это и подкупило. Переживания, чувства, эмоции — это то, что мы с вами ценим в музыке больше всего. Исходя из этого, Анна и является самой личной пластинкой Wild Ways. А про название альбома «Анна» Анатолий рассказывает вот что. «Мне 28 лет, и в моей жизни всего один раз были серьезные отношения. Больше я так и не смог кого-то подпустить к себе. Я стал копаться в себе и думать о том, почему мне так сложно с кем-то сойтись. Почему так получается?» Вокалист пришел к выводу, что проблема в недосягаемом женском идеале, сложившемся в его представлениях. Он дал ему имя и посвятил воображаемой героине этот альбом. Анна — это собирательный образ идеальной девушки, как Лилу Даллас в фильме «Пятый элемент». «Каждая песня на альбоме — это разные интерпретации Анны», — объясняет Анатолий Борисов. «В какой-то момент я понял, мои критерии идеальной девушки настолько завышены, что в реальной жизни так не бывает. Решил спеть об этом, так что альбом о взрослении». Кстати, именно об этом Анатолий рассказывал еще задолго до выхода пластинки. Музыкант делился этими же переживаниями несколько месяцев назад в подкасте у Эрика Рикки. Предлагаю посмотреть фрагмент эфира, в котором лидер Wild Ways и озвучивает эти мысли. Что бы ты посоветовал сомневающимся в себе парням при знакомстве
с девушкой, там, крутяшка, если ты хочешь. Слушай, на самом деле, мне бы что-нибудь посоветовали, потому что я в последнее время заметил, что мне стало намного сложнее знакомиться, чем раньше. С девушками? Да. Почему? Ну, я не знаю, вот, ну, прям... Знакомиться или... Подкатывать, так скажем. Хорошо, подкатывать. Ну, а в какой момент это становится сложнее? Я не знаю, вот, ну, я пока не нашел, к сожалению, объяснения этой проблемы, но я чувствую, что... Ну, как это происходит? На примере вот расскажи. Сложнее подкатывать, видимо, возможно, недостатка практики постоянной какой-то, знаешь, там... Ну, опиши пример какой-нибудь. То есть ты пишешь ей, и нет коннекта. Мне стало сложно, у тебя, кстати, с этим нет проблем. Мне стало сложно заводить диалог первым. Может, тебе просто не хочется этого подсознательно? Да нет, я не могу сказать. Я, ну, мне, тебе, наверное, просто, возможно, хочется. Если бы девушки сами тебе писали, тебе было бы проще? Конечно. Но они же тебе и так пишут, я уверен. Вот в этом заключается причина. Что мне кажется, что я готов подкатывать тем, к тем, чего уровня... товаром я не являюсь, понимаешь? Чего уровня я пока что не достиг, так скажем. Не понял. Ну, короче, мне бы интереснее было подкатить к тем, не на чьем уровне я пока что нахожусь. Девушка повыше, короче, уровня. Интереснее тебе было бы. Да, я бы, наверное, мог. То есть тебе нужен новый экспириенс, новые трудности. Девушка, которая сложна. Посерьезнее, сама по себе как личность. А, ну так-то... То есть, короче, у меня... Я просто сейчас поймался на мысли, что у меня в какой-то момент сейчас, знаешь, я настолько завысил себе критерий девушки, которая должна быть рядом со мной, что мне это стало мешать найти себе девушку. Потому что я постоянно вижу вот в своей вот этой интрижке, вот в этой интрижке, вот в этой интрижке несоответствие своему запросу. И вот это мне мешает, понимаешь? То есть ты создал себе идеализированный образ, да, и как только да, человек под него не подпадает, ты расстраиваешься. Да, ну, так я это же тогда получается, что дело не в том, что ты... Когда ты говоришь, тебе сложно найти коннект, это ты сложно найти коннект в плане чего? В плане флирта, романа или прям ты... Просто романа, да, флирта. Может, ты просто созрел до серьезных отношений, поэтому тебе хочется этого, и все? Вот, я тоже думал о том, что я уже... Ну, мне объективно кажется, я созрел до серьезных отношений, но я себе завысил в какой-то момент такую планку, и вот в этом моя проблема, что мне немножко нужно спуститься с небес на землю и попробовать поискать, скажем, там, где я обычно не привык, типа, рассматривать варианты. Плюс потому, что ты понимаешь, что это нужно для серьезных отношений, то ты как бы исправляешься серьезнее. Да. Что же, с названием альбома и его бэкграундом мы с вами разобрались. Теперь давайте перейдем к анализу и разбору треков, которых, к слову, на пластинке Анна целых 12 штук. Открывает альбом композиция под названием «Хаина», которая, пожалуй, является одной из самых кочевых и драйвовых песен Wild Ways. Здесь и злые гитарные рифы, и громкие куплеты, и хитовый припев, и, конечно же, мощнейший брейк. Отличная открывашка для альбома «Анна», а также для концертов группы. В плане лирики эта композиция рассказывает нам о переживаниях лирического героя альбома. Он размышляет о некой девушке, с которой видится в последний раз, а также он говорит о том, что создавал ее по частям, и что он нарисовал свой идол в стенах своего мозга. Герой признается, что из-за этого он всю жизнь провел как будто с болезнью, так как эта девушка просто призрак. Судя по всему, герой избавился от этого образа девушки в своей голове, так как в припеве он говорит, что танцует на ее могиле. Запомните этот факт, так как мы к нему обязательно вернемся. Ну а бридж трека подтверждает теорию о том, что образ девушки навсегда покинул голову нашего героя. Второй трек альбома — Everest, и это фит с уфимским рэпером Курт92, который когда-то, а именно на рассвете своей карьеры, организовывал концерты Wild Ways в Уфе. Что касается самой композиции, то она обладает, наверное, самым ярким и запоминающимся припевом среди всех остальных песен этого альбома. Лично я достаточно скептически отношусь к таким рэп-рок фитам, но все-таки стоит отметить, что парт Курта в треке звучит неплохо. Конечно, далеко не с первого раза мне удалось разобрать, о чем там читает Курт в своем куплете, но все-таки хороший инструментал трека вместе с гитарным соло в конце произведения делают свое дело и заставляют нас переслушивать Everest снова и снова. В этой песне лирический герой признается в любви девушке, говоря о том, что он хочет утонуть в ее объятиях. Он будет любить ее всем вопреки и из-за нее сойдет с ума. А затем он заявляет, что из-за такой сильной и окрыляющей любви он чувствует
чувствует себя как на Эвересте. Вокалист Wild Ways Анатолий Борисов говорит об этом треке следующим образом. Изначально припев песни Everest был написан исходя из негативного отношения к наркотическим веществам. Но потом я подумал, что ведь больная любовь является точно такой же зависимостью, и поэтому текст трека отлично вписывается в концепцию альбома, пусть и таким метафоричным образом. Третья композиция альбома носит название Event Horizon, ближе к тебе, и она является первым синглом из пластинки Анна. Не могу сказать точно, сколько раз я переслушивал эту композицию с момента ее выхода в свет. Настолько сильно я в нее влюблен, что даже потом я урвал себе фирменный лонгслив группы, созданный по мотивам именно этого трека. Благодаря Event Horizon я и понял, что грядущий альбом Анна будет ну просто невероятно крутым. И как вы можете понять, если я записываю сейчас это видео, то я не ошибался. Вокалист Wild Ways Анатолий Борисов об этом треке. Когда мы сочинили инструментал этой песни, почувствовали, что от него веет космическим настроением. Как же сюда привязать наш идеальный женский образ? Получилась песня о том, что Анна — это черная дыра, место, где не существует ни пространства, ни времени. А горизонт событий — последняя точка, в которой еще существуешь, но выбраться оттуда уже нельзя. Так вот, эта песня — аллегория на мою зависимость от идеального образа, которая затягивает меня будто в черную дыру. Ну а чтобы уж наверняка укрепить космическую тематику Event Horizon, в самом начале второго куплета песни есть фраза, которая звучит следующим образом. «Любовь — единственное, что превосходит время и пространство». Это отсылка к научно-фантастическому фильму «Интерстеллар» Кристофера Нолана. Love is the one thing we're capable of perceiving that transcends dimensions of time and space. И на сладкое. В бридже композиции во время небольшого проигрыша перед брейком можно услышать переговоры Юрия Алексеевича Гагарина и Сергея Павловича Королева, которые они вели перед стартом космического корабля «Восток-1», который и поднял Гагарина на околоземную орбиту 12 апреля 1961 года, сделав его первым человеком в мировой истории, совершившим полет в космическое пространство. Петр, я «Заря-1». Как слышите меня? Буду вам транслировать команды. Прием. Заря-1, я Кедр. Вас понял. Немало сходное положение. Занял. Поэтому несколько задержал с ответом. Прием. Луч на 13. Луч на 13. Есть 13. Зажигание. Кедр. Я Заря-1. Зажигание. Понял. Дается зажигание. Сразу следом за треком Event Horizon идет песня Bumps and Kisses, которая является моим фаворитом среди всех остальных из альбома Анна. Я обожаю эту песню за приятную ненавязчивую электронику, за потрясающие куплеты и красивый припев, за смешение русского, английского и даже немного японского языка, а также за абстрактность текста. Если честно, то после нескольких сот раз прослушиваний Bumps and Kisses я так и не понял, о чем идет речь в композиции. Но этот факт заставляет нас думать над песней чаще и чаще, ведь всякий раз, когда мы ее будем слышать, каждый из нас может сам придумывать объяснение лирики этой песни, видеть в ней свои образы, мысли и идеи. И, конечно же, нельзя не упомянуть факт того, что Bumps and Kisses — это фит с молодыми, но безумно талантливыми и перспективными японцами Cult, о которых, к сожалению, мало кто знает у нас в стране. Настоятельно рекомендую ознакомиться с работами Cult. Клянусь, вы не останетесь равнодушными. Кстати, говоря о Японии и японской музыкальной сцене, то нельзя не вспомнить здесь еще один подкаст Эрика Рикки, в гостях у которого вновь были Wild Ways. Представляю вашему вниманию небольшой фрагмент этого выпуска, в котором вокалист Анатолий Борисов и бас-гитарист Игорь Старостин вспомнят свой тур по Японии, расскажут о профессионализме маленьких японских групп и вполне возможно вскользь упомянут команду Cult, которая однажды выступала на разогреве Wild Ways в стране восходящего солнца. Локальные команды, и они все играют настолько, то есть там уровень исполнения, уровень владения инструментом, то есть там просто безумие, серьезно. Реально, пропасть есть, такая большая. У нас только консервы делают, и все, ну, в смысле, кто консерваторию закончил. Все, это вот, ну, да. Уровень владения там инструментом. Там что, не барабанщики, там просто я помню, безумие, был в группе, реально. Мы стояли на балконе, наблюдали, типа все такие, вау, нифига у них драмер, да, типа, да, нифига да. У них басист, а там реально... Ну и, соответственно, парни все затаренные дико в плане стафа. Ну, у них как бы финансовый... Само собой, да, уровень жизни как бы у них гораздо выше, бабок больше. И поэтому как бы, ну, там,
бутиковые усилители, процессоры, педали, все, все педали, все, гитары, инструменты, все настолько круто. У нас даже топовые музыканты с такими вещами не играют. Да, не да, пользуются. Я согласен. Серьезно. А там это разогрев. А там это просто группа. Серьезно, там я даже не могу вспомнить группу, знаешь, которая вот, у нас там, имеет вот, такой как... же став, который у нас может там собрать, условно говоря, там, вот Anacondas, да, они собирают стадиум там уже хрен знает тысячи лет подряд. У них Indoors Orange, как бы, но Orange... Чел, ну не то, ну я не видел, чтобы вот там какие-то реки выдвигались. А там пацаны просто пацаны выдвигают такие штуки, что думаешь, твою мать. Где вообще, откуда вы деньги нашли? Начинающие коллективы. Откуда? Но мне, кстати, кажется, что в этом еще есть небольшая проблема, потому что объективно с точки зрения творчества япошки не дотягивают. Реально. То есть с точки зрения, вот все, что касается технической части, пожалуйста, с точки зрения импровизации, вот знаешь, какого-то вот свободного полета, вот этого отсутствует. Да, после выхода альбома «Анна» Анатолий Борисов расскажет о треке «Bumps and Kisses» и знакомстве с группой Cult почти то же самое, но все-таки добавив несколько подробностей. Когда мы были на гастролях в Японии, на концерте в Осаке нас разогревала группа Cult. Ребята еще молодые и вряд ли известны за пределами своей страны. Но у японцев очень высокий скилл во всем, чем бы они ни занимались. Там почти любая начинающая группа владеет инструментами лучше, чем наши звезды. Мы были в восторге от этих ребят, и на концерте я подошел к ним познакомиться. Они, как у японцев принято, очень скромные. Вокалист Авиэль, которому было 18 или 19, сказал, что очень рад знакомству и что он вырос на нашем альбоме Into the Wild. Было очень приятно такое слышать от талантливого парня с оригинальной манерой исполнения. Тембр, низкий голос, свой стиль. Мы стали общаться. Когда я предложил ему спеть на этом треке, Авиэль не отказался и в ответ пригласил меня появиться на следующем альбоме Cult. Это заявление не может не радовать, поэтому с нетерпением будем ждать появления Wild Ways у японцев Cult. Пятая композиция называется The Notebook, и она, по моему скромному мнению, является одной из самых сильных песен в альбоме. Врезающиеся в голову рифы, околосимфоническая аранжировка, мелодичный эмбиент, который звучит на фоне куплетов, интересный брейк и припев, в котором смешаны экстрим-вокал и красивые сингалонги. В треке The Notebook лирический герой переживает о несчастной любви, которая разрушила ему жизнь, а также здесь он признается своей возлюбленной в том, что он порвал их памяти дневник, а его сердце, как товар, испортилось в груди. Вокалист Wild Ways Анатолий Борисов о песне The Notebook. Название песни отсылает к фильму The Notebook, который в российском прокате шел под названием Дневник памяти. Очередная несчастливая история любви, которая родилась как раз после просмотра этой драмы из строчки «Моя любовь разрушила мне жизнь». Так уж вышло, что у нас минорная музыка, и мы не пишем счастливых песен. Композиция «Я люблю тебя» является одной из самых популярных и известных песен из альбома «Анна». Именно с ней Wild Ways дебютировали в эфире Первого канала на шоу «Вечерний Ургант», куда ребята были приглашены в качестве музыкального гостя, и где, собственно, они и исполнили эту песню впервые. Позднее был выпущен клип на эту песню, который замечательно передает атмосферу и настроение этого произведения. Вокалист Wild Ways Анатолий Борисов о песне «Я люблю тебя». Мне всегда хотелось вложить в какую-нибудь песню не только свой опыт и переживания, но и рассказать чью-то историю. Здесь изначально подразумевался взгляд на Анну с плохой стороны, поскольку сходу подошедшая строчка «Я ненавижу все, что ты любишь» задавала тон. Так вышло, что у одного из моих друзей в этот же момент времени в жизни случилась настоящая Санта-Барбара. Вместе мы и дописали эту песню. Она как квинтэссенция слепой ненависти, которая, я думаю, многим знакома в первое время после какого-либо горького опыта. Когда ты сам себе пытаешься внушить отвращение ко всему, что было, и кажется, что никто вокруг не может разделить твою боль. Но самой ожидаемой композицией альбома «Анна» являлась, конечно же, «Гавана». Ее выход в свет слушатели группы ждали с того момента, как Wild Ways впервые исполнили ее на концерте в Москве в августе 2020 года. Живое исполнение «Гавана» было снято на видео и выложено на YouTube, а именно на фейковый аккаунт группы, который даже и называется соответствующе. Естественно, тогда никто этого не понял, и видео исполнения песни было воспринято как простая фанатская съемка с рук.
Тем не менее, Гавана произвела фурор среди любителей творчества Wild Ways, и народ начал ждать песню в студийном качестве, постоянно упоминая эту композицию в социальных сетях группы, что породило некий локальный мем. Где Гавана, когда Гавана, блин, опять не Гавана, а чё там с Гаваной, ну, в общем, вы поняли. Сами же Wild Ways на одном лишь видео лайф-исполнения решили не останавливаться и пошли дальше. Ребята решили выпустить кавер на Гавану еще тогда, когда сама песня не вышла. Очевидно, что это еще сильнее раззадорило слушателей Wild Ways, и впоследствии их мольбы были услышаны, поскольку Гавана была наконец выпущена. И, кстати говоря, эта песня стала вторым синглом из альбома Анна после Event Horizon. Лично мне в Гавана нравится все, кроме текста, который я опять же не понял. То ли ввиду своей безграмотности и узколобости, то ли ввиду того, что он чересчур метафоричен, но все же я прошу вас обратить внимание на припев композиции, а именно на фразу «We are running in circles», что в переводе означает «мы бегаем по кругу». Эта строка, как лейтмотив, будет повторяться несколько раз за песню, и знание этого нам понадобится в будущем, поэтому постарайтесь не упустить это из памяти к концу ролика. А сейчас я в очередной раз приведу слова вокалиста Wild Ways Анатолия Борисова, и он сам вам расскажет об этой композиции. Гавана не о путешествиях и не о море, как могло бы показаться изначально. Песня о том, как закипает кровь в молодых отношениях, когда тебе 18. Первая настоящая любовь. Эмоции переполняют. Что касается названия, еще в инструментале был момент, куда просился разговор по рации. Мы скачали фрагмент из видео, где Фидель Кастро что-то говорит на испанском, и он идеально подошел. А как известно, столица Кубы — это Гавана. Ее название созвучно с Анной. Вот так все и сцепилось друг с другом. Гаван, включи. Дорогой, тебе нельзя Гавану, она вызывает аутизм. Ля, Гавану хочу. Но я пытаюсь объяснить. Гавана! Да чтоб тебе метеорит. Вольною вдоль! Восьмая композиция называется «Воздушный замок», и она является, пожалуй, одной из самых тяжелых и грустных песен из альбома. В ней лирический герой делится переживаниями о своем одиночестве, о безразличии окружающих, об отсутствии мотивов и желании что-либо делать. Ведь все это напрасно, и в итоге он ни к чему так и не придет. А все, во что наш герой верил, все его мечты и фантазии рассыпались, как воздушные замки, откуда и происходит название песни. Сама же композиция своей лирикой и проблематикой похожа на некоторые треки сольного проекта вокалиста Wild Ways Анатолия Борисова, в которых он точно так же поднимает вопросы одиночества, несчастной любви и тщетности бытия. Более того, бэк-вокал в первом куплете песни «Воздушный замок» взят из сольного трека Анатолия под названием «За руку». Пусто! Складывая все вышесказанное воедино, мы получаем очень плотную, меланхолично-депрессивную драму с элементами боевика, так как помесь лирики, экстрим-вокала и агрессивного инструментала делают «Воздушный замок» одной из самых сильных песен из всего альбома «Анна». Медленно, но верно мы подбираемся все ближе и ближе к концу пластинки, и девятая песня носит название «Jealousy». Она о том, что главный герой всю свою жизнь посвящает лишь одной Анне и завидует ей, так как она идеальна в его представлении, а в припеве этой композиции он честно признается, что Анна лучше него самого. Но в бридже композиции «Jealousy» мы узнаем, что на фоне этого обожания героем Анны не все так просто, ведь он отпускает ее и задает простой вопрос: кем станешь ты в мемуарах? Всей жизнью или мимолетным видением, что лишь подтверждает теорию о том, что отношения нашего героя и Анны давным-давно подошли к концу, после чего наш старый знакомый принялся рефлексировать и вспоминать былые деньки, когда они еще были вместе. А под самый конец бриджа герой оставляет нас в раздумьях о том, почему же Анна так важна для него самого, ведь она кем-то для него стала или не стала, и Анна ему не нужна вовсе. Послушайте и решите сами. По звучанию трек получился легким, приятным и запоминающимся. Некоторым слушателям он напомнил звук Марсов, кому-то Блинков, а лично мне в нем нравятся мелодии куплетов, припева и, конечно же, бриджа, а также электроника, которая здесь звучит тепло и обволакивающе. Кстати, по словам Анатолия Борисова, «Jealousy» является любимым треком продюсера этого альбома Кэмерона Майзела из-за своего американского стиля. Десятая композиция называется 200.8, и она является
является единственной интерлюдией в альбоме «Анна», что не может не радовать, поскольку она здесь действительно к месту и далеко не просто так. Все дело в названии и ее смысле. 200.8 — это 200 тысяч 8 километров — суммарное расстояние, которое преодолели Wild Ways в турах за всю историю существования группы. После этой красивой интерлюдии абсолютно логично и в тему следует предпоследний трек под названием «Километры», который является настолько личным для вокалиста Wild Ways Анатолия Борисова, что я даже не решусь никак его комментировать, и посему для начала вновь покажу вам фрагмент из подкаста, где Анатолий сам все расскажет, а затем просто-напросто приведу его цитату, дабы вы смогли все узнать, скажем так, из первых уст. Уверен, что так будет правильнее. Еще вот знаешь, такая фишка, вот недаром же вот есть строчки в песне «Километры», типа, но... Типа, дома было бы намного легче, но за столом я один. Да. Это все на самом деле, когда ты добиваешься... Да, не то, что когда тебя ничто не ждет, а когда ты не можешь с кем-то разделить свой успех, там, допустим, какие-то свои достижения. Чувак, прости, goals. Сразу перебью. Вот, это же отсюда фраза. Я поэтому удивил, что вы не смотрели фильм, точнее не, я смотрел, просто это давно было, я уже не вспомнил. Happiness only real when it's shared. Из этого фильма. Счастье возможно только, когда ты его с кем-то делишь. Да, да, так и есть. Типа ты... Вот почему многие звезды кино, там, знаешь, которые там это намного... Типа, это слоган фильма прям. А, слоган. Звезды кино и музыки, которые намного больше популярны, чем там, ну, вровень не стоят с популярностью нас, да, они порой очень сильно несчастны, потому что они не могут, им не с кем это разделять. Да, то есть ты думаешь, что да, тебе хватит друзей, да на самом деле ни хрена. Друзья, они вообще для других вообще-таки целей созданы, понимаешь? И вот, условно говоря, вот когда, вот, допустим, мы очень сильно там хотели сыграть на «Вечернем Урганте». И, допустим, вот мы приехали со съемок этим же вечером, мы сели с Викой, мы посмотрели мое выступление, и мне было очень приятно разделить, что я знаю, что есть человек, которому это тоже не безразлично, он действительно рад за меня, понимаешь? А когда вот ты тысячу раз, я помню, когда вот мы... Вот, допустим, первый наш концерт в Москве без тебя, со Славой Ковленосом, он для меня... Пропустил. Он для меня был очень важный, потому что это был первый концерт, куда пришли люди именно на нас сольно, пускай это было 600 человек. Для меня это казалось тогда безумной цифрой. Это стерео, да? Я тогда был, по-моему. Да, да. И мне тогда было настолько грустно, что для меня это типа, вау, у меня что-то получилось, и ты вообще ни с кем не можешь это сделать. В смысле, а с группой? Это не то. Понимаешь, это не то. Уровень близости, мне кажется, разный. Уровень близости разный, да. Вокалист Wild Ways Анатолий Борисов о песне «Километры». Сама же песня, как многие уже поняли, о том, как я ощущаю свое одиночество. В туре ты каждый день кому-то нужен. Команде, фанатам. Да, дома было бы намного проще, чем в дороге. Но проблема в том, что там ты один. Приезжаешь и не с кем разделить то, что прожил в последний месяц. При этом у меня много друзей и знакомых. Я довольно общительный человек. Сами понимаете, речь о том, что я так и не смог отдать свое сердце в нужные руки. Песня уже выходила год назад, но нам все равно хотелось включить ее в альбом. Поэтому мы решили разбавить эту версию гостевым вокалом Егора Ярушина. Hey, Шафер Лох! 11-й трек «Километры», фит «Ваш покорный слуга». Я не буду обозревать этот трек, потому что, ну, это было бы нечестно, потому что я все-таки в нем участвую. Однако я расскажу вам немножко об этом фите. Может показаться, что фит этот никому не понравился, потому что человеческое внимание, оно в основном заостряется на негативе. Из-за этого вы обращаете внимание на вот таких вот ребят, которые мне понравилось, и не обращайте внимания на вот таких вот ребят, которым понравилось. Плюс те, кому понравилось, они гораздо реже пишут комментарии и чаще просто ставят лайки и все. Самые же конченые выдвигали теории насчет того, что я заплатил для того, чтобы попасть на этот трек, что я его там сам как-то заавтотюнил, испортил релиз Wild Ways, толю вырезал. В общем, это полная клиника. Я рассказывал, в принципе, о том, как зародилась эта коллаборация в одном из предыдущих роликов на этом канале. По сносочке вы сможете его посмотреть. Но сейчас я вам вкратце снова расскажу. Начиная с ноябрьского тура, на котором мы были вместе с Wild Ways. У нас с Толей была договоренность о его фите на нашем альбоме. В июле же он записал мне вот следующее аудио. Бандит, здорово. Слушай, я хотел тебе предложить одну историю. Мы, короче, трек «Километры» будем, ну, на альбоме он в основном будет, просто он там пересаденный, перемастеренный, так скажем, перезаписанный. Я подумал, может быть, ты запишешь туда парт, чтобы трек на альбоме прям отличался от оригинальной версии? Ну вот я и подумал, что типа фит за фит, плюс ребята там очень сильно помогали нам в прошлом году. Давайте, говорю, запишу, только группу мою, пожалуйста, обозначьте на Spotify, чтобы нам, типа, слушатели приходили. Ну окей, записал. Вот, кстати, футаж. Люди, которые не совсем понимают, как работает автотюн, вот футаж со студии без всякой обработки, только-только из вокальной будки. Снова холод, сотен километров.
Потом мне скидывали микс, я его послушал чисто пару раз, ну, типа, вроде норм, как бы Мизель, наверное, знает, что делает. И плюс огромное количество фаз контроля качества, то есть сначала нужно Толе послушать, потом нужно пацанам послушать, потом нужно лейблу послушать. То есть, типа, вряд ли, наверное, если бы столько людей посчитали, что это говно, это вышло бы дальше, да? Мне сейчас он, на самом деле, не кажется плохо сведенным, типа, я не слышу вот этого ужасного автотюна, потому что я, блин, знаю, как автотюн работает. А также я знаю, что, ну, то, что знает любой человек, который был на нас живую, что я, блин, умею петь, короче. Мы с вами дошли до конца альбома Анны, и говоря о его последней, 12-й композиции, которая его и закрывает, я, если честно, даже не знаю, с чего и начать. Пожалуй, с того, что однажды я был неправ, когда говорил о том, что композиция Bloodspot из альбома Sundowning группы Sleep Token является самым грустным финалом, который только можно придумать. А завершает альбом композиция, которая носит название Bloodspot. Прослушав ее, мы можем подумать, что финала грустнее уже и не придумать. И знаете, мы окажемся правы. С вашего позволения мы оставим понимание этого трека лично вам. Пусть каждый послушает его, пусть каждый найдет в нем что-то свое личное, свое сокровенное, потому что эта композиция не оставит никого равнодушным. Нет, я ошибался. Оказалось, что можно. Можно еще грустнее, можно еще больнее, глубже, эмоциональнее и слезливее. Все это цветы. Та самая композиция, которая и служит финалом альбома Анна. Именно она и расставляет все точки над «и». Именно она заставит вас дрожать от мурашек под самый конец звучания пластинки. И именно она дает нам ответы на все вопросы, которые возникли у нас при прослушивании этого альбома. Или же не на все. Давайте пойдем по порядку. Итак, в первом же куплете мы узнаем, что отношения героя с Анной точно подошли к концу. Когда Анна была рядом с ним, он острее ощущал пустоту. Иногда хотел, чтобы та замолчала. Да и не верил он никогда, что они вместе когда-то дойдут до финала. В припеве герой говорит, что Анна навсегда останется внутри него шрамами, а их пара — то, что бесследно растворилось в воздухе. Во втором куплете песни есть строка «Всегда мне было тебя так мало, время смывает пену дней». Это является отсылкой к роману под названием «Пена дней» французского писателя Бориса Виана, по сюжету которого, осторожно, спойлеры, Хлоя, жена главного героя по имени Колин, серьезно заболевает. После осмотра врача ставится диагноз — у Хлои в груди растет белая лилия. Врач советует Колину отвезти жену в горы и окружить белыми цветами. Главный герой так и поступает. Он отправляет Хлою в дорогой горный санаторий, окружает ее разными белыми цветами, и все это обходится главному герою в большие финансовые вложения, которых почти нет, и болезнь Хлои очень сильно подрывает финансовое положение молодой семьи. Несмотря на лучший и дорогой горный санаторий, на то, что Колин просто завалил цветами Хлою, жену это не спасает, и она умирает. Колин из-за отсутствия денег хоронит жену на кладбище для бедных. Священник и настоятель смеются над ним, потому что главный герой не может заплатить достаточно за предоставленные ими услуги. С тех пор, как умерла Хлоя, Колин не ест, не пьет, а только ждет, когда вырастет белая лилия над могилой жены, для того, чтобы убить ее. Как вам такая отсылка, которая очень круто и уместно гармонирует с названием песни? Забегая наперед, я скажу вам, что роман «Пена дней» и композиция «Wild Ways цветы» созвучны не только лишь названием, а еще и содержанием, поэтому давайте двигаться дальше, чтобы убедиться в этом. В том же втором куплете песни есть такие слова. «Твоя любовь лишь тень, моя же жизнь мне разрушила». Ничего не напоминает? Конечно же, это очевидная отсылка к песне «The Notebook», которую мы с вами разбирали чуть ранее. А сейчас самое интересное, что подготовили для нас цветы. Перед вторым припевом герой говорит о том, что все, что у него осталось, танцевать на Пер-Лашес. Самые внимательные зрители здесь должны были вновь почувствовать дежавю. Все дело в том, что когда мы с вами разбирали первую композицию под названием «Хаина», я просил вас запомнить факт того, что главный герой песни танцует на могиле того самого образа девушки, который жил в его голове. Вы скажете мне «Хорошо, это очередная отсылка к песне из этого же альбома. А дальше что?» А дальше вот что. Знаете ли вы, что такое Пер-Лашес?
Пер-Лашес, кладбище в Париже. Это самое большое кладбище французской столицы и один из крупнейших музеев надгробной скульптуры под открытым небом площадью около 48 гектаров. Понимаете, что все это значит? Возможно, парижское кладбище Пер-Лашес – это то самое место, где похоронена та самая Анна, девушка, которой и посвящен весь этот альбом. Образ, который не давал покоя главному лирическому герою этой пластинки. А может быть, все-таки Анна никакой не образ, а самый настоящий человек, ведь образ человека едва ли можно похоронить на настоящем кладбище. Вполне возможно, что Анна и была самой что ни на есть настоящей девушкой. И все это время, пока мы слушали альбом, его главный герой рассказывал нам свою историю отношений с Анной, которая сейчас, увы, покоится на парижском кладбище. И, кстати, город Париж в песне «Цветы» всплыл далеко не случайно. Помимо того, что эта композиция показывает концептуальность альбома «Анна», она тонкой красной нитью связана с треком «Wild Ways» под названием «Париж», который входит в EP «New School». В припеве «Парижа» есть такие слова: «Я перестал смотреть на твои фото, мы так и не были в Европе». И вероятно, что именно здесь речь идет о той самой Анне. Теперь, зная о лирике и всех отсылках песни «Цветы», зная о кладбище Пер-Лашес и зная о композиции «Париж» из EP New School, мы можем с вами сказать, что Анна и главный герой все-таки, к сожалению, побывали в Европе. А заканчиваются «Цветы» очень больно и слезоточиво, ведь в финале композиции главный герой обещает, что «Цветы над тобой не завянут никогда». И здесь возможны два варианта развития событий. Вариант первый и самый печальный. По сюжету альбома Анна все-таки умирает, и главный герой обещает постоянно навещать ее на том самом кладбище Пер-Лашес, постоянно ухаживая за цветами на могиле и принося новые. Вариант второй, более оптимистичный и наиболее вероятный. Основываясь на цитате из интервью с Анатолием Борисовым, Анна — это собирательный образ идеальной девушки. Можно предположить, что цветы на могиле — это метафора того, что так и не получилось забыть и отпустить из головы свой идеал. Или какую-то тяжелую историю из личной жизни Анатолия, если текст цветов имеет для него личную подоплеку. А обещание возвращаться к могиле Анны снова и снова приводит нас к замкнутому кругу. Да-да, we are running in circles, мы бегаем по кругу, то, о чем уже говорилось в песне Гавана. Исходя из всего вышесказанного, мы можем понять, что именно отсюда и появилось имя для названия альбома «Анна», так как читается оно одинаково в обе стороны на двух языках, русском и английском, что и символизирует тот самый постоянный и неустанный бег по кругу. Такие дела. Итак, что в итоге? С музыкальной точки зрения, альбом «Анна» я смело могу назвать одной из лучших пластинок 2020 года. А учитывая то, что она вышла из-под пера наших с вами соотечественников Wild Ways, появилась надежда на то, что российская тяжелая музыка вновь станет популярной и узнаваемой на территории нашей необъятной. На выходе мы получаем концептуальный альбом, в котором женский идеал раскрывается через некий собирательный образ, а каждая песня в нем служит разной интерпретацией Анны. Конечно, на пластинке очевидно преобладает подавленное и грустное настроение, в котором пребывает лирический герой, но это не делает работу хуже, наоборот, в этом ее прелесть. В большинстве своем мы все привыкли к вылизанным до нельзя счастливым историям любви, к идеальным отношениям между мужчиной и женщиной, которые в конце концов обретают свое счастье друг в друге. Но наша жизнь, увы, не кино. И рано или поздно каждый из нас поймет, что таких киношных историй в ней не бывает. И именно поэтому так сложно найти свой идеал любимого человека. Эта проблема усложняется еще и тем, что в мире не было, нет и никогда не будет чего-то или кого-то идеального. Поэтому, если ты хочешь отношений, то нужно быть готовым к ним на все 100%. А также немаловажно работать над ними двум партнерам, учиться принимать недостатки друг друга и видеть в них что-то особенное. То, что и делает человека личностью, уникальной и неповторимой. Спасибо за то, что досмотрели этот обзор до конца. Если ролик вам понравился, то вы можете смело ставить ему лайк. Если же вы в чем-то не согласны или он вам не пришелся по душе,
то вы вправе поставить дизлайк и изложить свою точку зрения на тот или иной вопрос в комментариях под этим видео. Я буду рад любому отзыву. Увидимся в следующем выпуске. Счастья и любите друг друга.